Мне нравится, кстати, руна, которую давали. Шанс пережить смертельный, что-то там, ну, смертельный, видимо, исход. Восстанавливается после смерти. А можно восстанавливать между заданиями хотя бы? Только какая разница? Фак. Я даже не знаю, кто меня убил. Без понятия. Блин, это жестко будет. Посмотрите еще раз. Это, короче, понятно. Я не наводился, я не знаю. Ладно, еще раз сейчас зайдем. Ладно, буду предельно четким. Ну как, а демон неожиданно прибежал, кстати. Лол. Стреляющий самый опасный. О, серьезно? Двоих сразу, да? Да. Ой, невидимый! Ой, невидимый! Тут даже невидимый есть, обалдеть! Клёво! Ну, теперь мы знаем то, что будут невидимые пинки! Блин, ну все прям как по канону, все как нужно, все демоны оттуда. Невидимые даже есть. Ладно. Ой. А как мне тогда зарядились аж все заряды BFG, когда я в прошлый раз подобрал заряд? Мне что, прямо вниз? Я что-то как-то... Да нет, что-то как-то я не верю, если честно. Ну, наверное, я хз. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Ай. Хрен вам. А, бомба, кстати, у меня бензопила. 4 штуки теперь. Я не знаю, когда она улучшилась. А, боеприпасы надо было улучшать. Я понял. Окей. Охереть. Охереть, сколько их тут было. Там ускорение видел. Ха-ха! По дэмэдж вижу. А-а-а, здорово! А-а-а, здорово! Бебжи вижу. Отлично. Я воздухе перехватил его, найс. Так тоже можно, так тоже можно. Я вижу заправку. Да пофигу, не отчитывай уже. О, фак, я случайно. Ладно, хер с ним. Фак. О май фак. Ну-ка нахер. Фак. О нет, о нет, о нет. Ну, твою мать, и прям на пинке упал. Фак, это просто жесть.
Накинули, охереть. Я пинки хочу зарезать. Вот что я понял. Ну, этих сразу надо выносить BFG, потому что... С BFG, потому что... Иначе они просто не дадут мне жить. Так, еще она. Ну, охереть, привет. Кто еще? Пипец. Просто встал на месте, сразу минус 25 хп. Ну, зашибись. Ревенант? Когда успел ревенант прилететь? Чего я не заметил в прошлый раз? Но они, кстати, по друг другу попадают, так что это прикольно. Прям как в старых Doom! Здесь не передохнуть. Нам, чтобы не передохнуть. Но передохнуть здесь реально можно. Боже ты мой. Дюка, код дэмэдж. Иди сюда. Ну, это просто охереть. Я даже не знаю, что меня убило. Ну, имп, видимо. Фак. Вот это уже жесть. Нормально. Нормально тут поджаривает. Эй! Еще разок! То есть просто убил ревенанта? Я в прошлый раз просто убил ревенанта. При помощи BFG. Просто обалдеть. Что ты сдох, спасибо. Не хватает ракет, не хватает ракет. А, ну да, может приключить прямо так. О, меня только что сейчас чуть тебя не убил. Тебе с ранными ракетами. Откуда ты выбежал? Я понял, сударь. Да fuck you! Да откуда? О май гад! Боже ты мой, сколько их! Сколько их! Жесть!
Бивжи! Бивжи! Нет! О! Куда он пополз? Куда он пополз? Козел! Я не хотел этого делать, прости. Я хотел этого делать. А, да! О, нет! О, нет! О, фак! Козел! Фак. Вот только не от тебя отдыхать. Так, где? Фак. Вырвать сердце, засунуть тебе в жопу! Капец, не передохнуть было. Вау. Адская жесть. Здесь все это время лежало снаряд для ПВГ, серьезно? Вау. Я не знаю, что бы я без BFG делал, если честно. Но BFG спасло мне жопу. Серьезно. На полном. Таком ужасном серьезе. Ну, вроде как это финал уровня. Потому что у меня 5 единиц. Ну или 5, я не знаю, улучшений. Как это называется? 5 звезд? Вам потребуется 5 треугольничков? Агент-аккумулятор, питающий кибердемона. Дестабилизировав ядро, вы создадите разрыв, который отправит вас обратно в ад. Когда вы заберете горнило, мы вытащим вас. Это вы намекаете на то, что у меня сейчас будет кибердемон? Так. Ну, давайте это прокачать. Больше нечего, все равно калянец. Смотрите, как он все вырывает, просто к чертям собачьим. Ну нихера себе! Ты сдохнешь, тварь! А, ок. Ноп. Это что за говно? Капец, все видно? А, окей. А как? А как ей? Ок. Блин, а я не знаю, как это все уворачиваться. Мне стрейфить нужно, прыгать. Меня вот эти вот удары затрахали. Фак. Что? Нет. А, я понял.
Ну, а как? Я пытался. Все, там патроны выпали, да? Спасибо. Фак. Ну а что я сделаю? Охереть, он запустил сначала ракеты, чтобы я не мог двигаться с места, а потом запустил выстрел этот. Теперь надо стрейфиться. Окей, найс. Ну, надо стрелять по нему из БЖ, когда он стоит около стены. Ну, я не знаю. Да сдохни уже, мразь! Сдохни! Только не говорите, что это не конец еще. Я же вообще охерею. Все! Все, соснул, да! Соснул! А-а-а, лалка! Кто-то лалка, кто-то лалка. Сдох, сдох, сдох. Я тебя сейчас отрепил, трах тебе, да? Я не знаю, что я сейчас несу за... Да иди ты в жопу! Ты чё, серьезно? Да ну нахер. Вау. Я пошел. Вау. Вау. Ну, ХП восстановили, уже плюс. Обалдеть, мне столько что снесло ХП. О май гад, о май гад! Вот это сейчас садизм будет. Вот это сейчас будет садизм. Я даже не могу взять. А это что за твою мать? Вау, ну найс, я даже не успел еще отойти. No. Может его обманывать нужно? Ты куда ты пойдешь, в какую сторону? О, oh, fuck. И что мне делать здесь? Скотина! Только попробуй подняться, я тебе насру в мозг! Спасибо! Стреляй, пока он не сдохнет! Фу.
Кибердемон, первый результат работы проекта Лазер, является самым ярким свидетельством успеха в исследованиях Аргент Органики. Чудовище стало результатом соединения демона Балгера, обнаруженного второй пилотируемой экспедицией проекта Лазер, и аккумулятор Аргент Энергии. Сила кибердемона столь велика, что монстра приходится постоянно держать в обездвиженном состоянии. Несколько попыток укротить чудовище оказались неудачными, когда силы кибердемона иссякают, он просто черпает энергию из аккумулятора и нападает с возросшей яростью. Остановить зверя можно лишь отключив Аргент Имплант. Кибердемон останется обездвиженным, пока не будет найден действенный метод его контролировать. Я вторую читал, если что. В ходе проекта по реанимации кибердемона чудовище держали на грани жизни и смерти, контролируя дозу, поступающую ему аргент плазмы. Во время имплантации кибернетических компонентов мозг существа был фактически мертв. Имплантированный нейрошунт соединил определенные участки мозга с аргент-аккумулятором, позволяя демону направлять аргент-энергию в любую часть своего тела по собственному желанию. Оценивая произошедшие события, можно сказать, что это решение было ошибочным. Как только шунт был подключен, спящий монстр направил поток энергии в свой продолговатый мозг, чтобы восстановить свои моторные функции. Система кровообращения быстро пришла в норму, и через несколько минут чудовище обрело подвижность. Предотвратить катастрофу удалось благодаря отваге последователя Якобсона. Последователь Якобсон пожертвовал своей собственной жизнью. Это все? Я не дочитал. Вау, окей. Заманив гигантского кибердемона в шестой отсек. Господи, я не вижу кибердемона, ребят. Нормально? Потому что он ниже. Или выше? Выше. Шестой отсек. К сожалению, когда двери отсека закрылись, заперев демона внутри, вызволить Якобсона было уже невозможно. В отчете о происшествии было сказано, что поведение кибердемона явно не было инстинктивным, а это может означать, что воля любого из демонов управляет некий сверхразум. В настоящее время идет разработка этой теории. Google. Всему голова. Только попробуй реально встать. Ты уже расчленился, правда? Испепелился, но только попробуй встать, мразь. Я тебе расчленю еще раз. Я смогу это сделать! Козел. Фух. Я не знаю, не нашел, видимо, автомат и не нашел руническое испытание. Как не нашел? Я же два рунических испытания прошел, нет? Нет? Ну, видимо, нет. Ну и хер с ним.